Старо-Татарская Слобода – одно из старейших мест Казани с центром за протоком Булак. Она делится на три исторических части – северную, центральную и южную. Каждую из частей в народе даже прозвали своими именами – деловая, культурно-жилая и промышленная. Так повелось исторически. Еще в 1767 году по приезде Екатерины Великой в Казань Слобода стала застраиваться не только знаменитыми мечетями, но и татарскими общественными зданиями. Старо-Татарская Слобода – это уникальное место не только, наверное, для Казани, но и не только для России, а для мира. Да? То есть это признанное традиционное сельбище татар, скажем так. Да? То есть там, где исторически жили татары. И, собственно, сохранились элементы и быта, и культуры, и так далее. Понятно, что Старо-Татарская Слобода пережила множество различных периодов, да, своего существования, вот полностью такого запустения и умирания, и больших утрат с точки зрения объектов культурного наследия, да, но после универсиады Старо-Татарскую Слободу вновь вдохнули жизнь, и на сегодняшний день это уже, ну, излюбленное место и горожан, и туристов. Значимость и влияние этого места на город и республику в целом нельзя не назвать особыми. Ранее благоустройством Слободы занимался Институт развития города. Так там появились места для прогулок и отдыха. Совсем недавно мэрия Казани сообщила, что на благоустройство одного из самых исторически значимых мест выделено в общей сумме 204,5 миллиона рублей. Ожидается, что туристская наполняемость и время пребывания в Слободе увеличится. Сама концепция преобразования будет затрагивать то самое изначальное разделение пространства на три части, и каждая будет сделана в своем уникальном стиле. На сегодняшний день, наверное, там пока что не сформирован какой-то культурный код, да, Слободы. То есть там разные попытки предпринимались, да, чтобы и улица Каюмина-Сри была так или иначе благоустроена, да, но это были, наверное, самые первые шаги благоустройства такого комплексного, да, который делались в Казани. Из-за этого на сегодняшний день как будто бы оно уже устарело. Да, вот, потому что полностью забитые бетоном улицы, ну, с одной стороны удобно, с другой стороны это не совсем, ну, отражает колорит Старо-Татарской Слободы, да. Также, конечно, множество вопросов там и по застройке, да, то есть там есть объекты, которые отреставрированы и достаточно плохо отреставрированы, есть объекты, которые новоделы и такие псевдо-татарские домики, да. Сейчас туристы в среднем проводят в Старо-Татарской Слободе 20-30 минут, тогда как в Кремле около полутора часов. Мэрия Казани считает, что территория, протяженность которой более 100 гектар, используется не на полную мощность. Также в проект входит добавление общего колорита местности благодаря новым туристическим маршрутам, событийных мероприятий и художественного оформления. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости.